Да хватит! Замажу своим платом. Мега что-то уже задолбал приглашать. Ну, я хочу снова попытаться эту дурацкую пасхалку пройти. Ну, я хотя бы посмотрел еще у Лайна, как ее допройти. Ну, в принципе... Короче, надо стрельнуть в портал, который надо. Давай, мы все уже скипаем, мы все это знаем. Да, давай! Могу надеть эту акулу. Ах ты, гадина. Чувак, спокойно. Воу-воу-воу! Страшно. Блин, главное... Нет! Главное, вот этот вот большой метеорит не фигачится. Все хорошо будет. Потому что он, блин, 3 хп снимает. Ой! Нет! Нет! Да... Блин, ко мне вот... Мне вот хочется убрать эту запись. Потому что не видно, какой у меня хп. Ладно, давай продолжим. Давай, опа. Хорошо. Ну, я думаю, ну, мне главное, когда вот эта вот вся орда пройдет, я уже буду вверх идти. Вот, сейчас начнется. Ладно, мне уже на хп пофиг. Главное, тупо выжить. Берем плохую. Хорошо. Мне вот просто надо акулу. А вот без этого апгрейда мы акулу не возьмем. По идее. А я могу прямо сейчас? Блин, а! Нет! Нет, псина! Ай! Больно! Нет! Нет! Я сейчас умру! Ёпарасоте. Ну, зато у меня ВСС самонаводящийся. И они метеориты эти ломают. Нет! Нет! Ёпарасоте. Нет! Вот. Так, мне главное... Нет, нет! У нас очень мало хп сейчас. О, да! 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 Вот, надо было стрельнуть. Еле-еле выжил. Но сейчас будет японско-китайская. Я повторюсь, я его 2 дня назад уже проходил на... Как оно называется? На Твинке? Давай. Ну, я уже 3-ю игру не проходил, но я у ютубера смотрел. Короче, тут цепа-ниндзя, все такое. Тын-ты-ты-тын. Блин, обожаю эту музыку, это из горячей зоны. Я, кстати, в наушниках, если вы не слышите музыку, то это потому что я в наушниках. Блин, обожаю эту музыку. Это из горячей зоны. Вот помните, когда Мистер Пи добавился, была такая музыка? Я ее обожаю. В принципе, а тут я двигаться не буду, потому что в чем смысл? Ой, а вот парня надо убивать, потому что не важно, где ты стоишь, стреляют в твою сторону. На рост уже пофиг. Ну, главное их убить, а то вблизи они жестко наносят. Кстати, вот два скина роза, офигенный. Ну, го, это следующий этап. Ту-ту-ту-ту. Вот это, вот, кстати, я эту мини-игру уже проходил, просто я не знал, это... Как ее вот дойти до 3-й мини-игры, а потом я посмотрел и понял свою ошибку. Обожаю эту музыку. Ой, тут 2 кольта. Ну давай этого кольта уже. Опа. Ой, вот Барли надо убивать обязательно. Ай, я немного наносит. Эй, ах ты гадина. Блин, нет.
Нет, ах вы... Так, у меня хп очень мало. Вроде, когда я иду, вот надо кольтов убивать, потому что если Барли или кто-то там будет идти, то вот... то бывает забиваешь на них просто, а? Музыка реал прикольная, поэтому вы сами попробуйте это за 8 бита. Если вы не слышите эту музычку. Ой! Нет, Роза, Роза, Роза! Ну, раз все-таки не надо сильно бояться. А вот кольтов и барлеев надо. В отличие от... Нет, нет. Нет, Барли. Блин, а, тут полный ад. Нет! Да я бы прошел. Да просто невозможно. А, и заново. Ладно. Но все-таки давайте мы это. Вот главное, вот вроде надо было нажимать вверх, когда яд появится. Надо нажимать очень много вверх. Обожаю эту музыку. Я хотел вверх, как в концовке тут. Ну, давай. Когда будут Барли или кольты, я их сразу буду убивать. Зависает. Ну, игра реал прикольная. Но сейчас уже будут новые враги. Вот, кольтов. Вот знаете, вот когда вот стреляет кольт, лучше отходить, конечно, к Розе, потому что... Вот, ну, сейчас кольта я не буду убивать, потому что тем более тут яд. Эй, блин, Барлей, нет! Что тут, этот кольт дурацкий. Но мне на середину пока не надо вставать. Блин, тут только в середину бомбы... Вот уже со второго этапа хардкор начинается. В первом просто. Что за проходы сверху открываются? Я помню, это ассоциируется, это что, бомбы будут кидать вот эти с ядом? Но нет. Ой, фу, слава богу, он не кинул. Где кольт? Я вот жду, пока будут... Ай! А, нет, это не на меня. Блин, главное, чтобы... А, я скажу, чтобы Барли не было, но прошел яд, поэтому нормально. Опа, кольтяра. Ой, стрельнул все-таки. Пока пофиг уже на него. Во-во-во, Роза! Умри. О, какая жесть! Ай, давай, давай. Давай, давай! Вот главное, что Барли не появился. А так мне все хорошо. Особенно в том месте... Ладно, давай уже добьем кольта, потому что он тут стреляет. Все, я прошел! Я пройду по любасу. Да! Да-да-да, надо было вверх нажимать. Во-хо-хо, всё. Третий левел, я его, короче, теперь впервые прохожу. Я его уже видел у других ютуберов, поэтому это снова не первый взгляд. Что это за наркомания? Давай уже. С
Stargame Breakdown. Starcade. Ой, блин. Подожди, подожди. Мне надо это. Тут тоже музыка. Блин, Что за блин? Ну, ща это подписи. Стопы. Так, я тут. Тут тоже музыка прикольная. Ну, как в Марио. О, да, это Марио. Ой. А двойные прыжки могу делать? Старкейт! Нет! Гейм овер. Жесть. Наша миссия пройти. Стоп. Думаю, в меня никто не верил, а я прошел. О, ну да, тут двойной прыжок. О. Нет, так как? Я не... Вот как этот этап пройти? Ну да, вот сейчас будет сложно. Вообще нам ничего не надо. Ах ты гадина! Эй, ты офигел! Идиот! Тупой брок, да не знаю, пинается такой наглёшь такая! Да блин, прям как в катках. Вот, броков ненавижу. Вот, не знаю, вот вначале пройдет, честно говоря, изи. Вот, а вот сейчас уже жесть начнется. Нет! Но зато мы прошли две игры. Тоже буду бомбить. Но пока рано. Оу. Всё, вот где лава, тут... Если вы видите лаву, умри, идиотина. Я жив, вот вольт. О, вольты. Ах ты. Да кто, как? Опа, зато убил. На, Гейл. Леон. Ах ты гадина. Нет, бомбёжная игра. Да нет, идиотина. Блин, знаете? Давайте продолжим. Блин, бомбёжная игра, реально. Первые две были проще. Ну, знаете, может, мне никто и не верил, но я зато прошел две игры. А вот эту вы еще сами всех пройдете. Реально. Эту игру всех пройдешь. Тут хардкор. Вот ненавижу этот этап, где вот эти вот гадины. Нет, блин. Ты че такой жесткий платформер?
блин, ты... Что-то она такая сложная. Вот слушал онлайн, там ютуберы говорили, что типа... Часа, полчаса или один час им приходилось на эту игру. Так, я ничего не пропустил? Спасибо! Блин, сложно. Блин, тут какие-то чекпоинты хотя бы будут. Потому что это жесть. А, так, нет, нет, так... Все, я буду агрессивно играть. Я буду тупо стрелять без остановки. Потому что тут по-любому какая-то гадина сидит. Ну, как в Равле. Дальше вот видно, что-то как Бравл. Ах ты, на, умри. Нет, да, да почему ты не прыгаешь, идиот? Умри, блин, что ты... Я буду всегда двойной прыгать. Я всегда буду делать двойной прыжок, потому что так надежнее. Так, СП. Блин, лучше было тут не прыгать. Вот тут эта гадина. На. Опа. Опа. Хорошо, просто хорошо. Отлично. Так ни разу вольта вроде не убил. Любил. Вот и не убил, но это первый раз тогда. Опа. Нет, нет, ах ты. Офигеть. Блин, главное не слиться, потому что... Нет, нет, да... Почему только один прыжок? Да ничего. Ну каким, блин, образом? Да мне двойные прыжки всегда не надо делать. Как ты это рассчитаешь? Кстати, тут я заметил, всегда разные враги. Ладно, знаете, вот сейчас мы, думаю, полюбасу эту игру не пройдем. Это мне, думаю, делить. Опа. Опа. Опа, на. Хая. Ты гадина. Двойной, да блин, постоянно, да я забываю, в каком месте мне двойной не надо было. Если, короче, это место не пройду, то это видео закончится. Зато получилось продуктивно, не. И, кстати, если вы... кстати, Денис, привет, если ты смотришь это видео. Ну, сорян, но вы с ником гады. Просто вот вы задолбали реально портить клуб. Я реально так бомблю. И ты не будешь говорить, что нубас, типа, что... а третий не прошел, ла-ла-ла. Сам попробуй этот... сам попробуй пройти, это невозможно. Вот, вот... В этом, блин, дурацком моменте.
извините. Ну, я обещал, через я не пройду, там видос закончится. Но давайте еще. Врунишка я. Я врушка. Какой-то вообще момент был, я не знаю. Эй, да... Короче, идите нафиг с этой игрой. Ой, ладно, думаю, запишу еще следующую часть, где буду проходить эту игру. Уже третий. Тогда третий этап как раз буду проходить. Ну, давайте, блин, уже этот нафиг этап пройдем. Опа. Блин, вот вольты они... Чё за лаги? Чё это за лаги? Чё за... Тупо залагало. Я ничего не могу делать. Чё за блин? Чё за блин? Почему оно завис? Давайте мы... пацаны, я не... А что такое маленькое окно? Ладно, будем так, потому что тут... тут мы фиг до этого момента уже дойдем. Вот, это... Ай, а кто... Ты не умер, гадина! Во, гад. Вот, это тот... Блин. Во. Да. И снова лагает. Ладно, дайте, я все-таки уже хочу загрузить этот видос на YouTube. Если вы его создаете, то он загружен. Но пока записываю, он не загружен. Ну, вот логично записываю. Опа. Ну, ладно. Это такой прекрасный нути, где зло снова победило, блин. Мы закончим это видео. Но оно продолжится, но не в этот раз. Потому что оно затянется очень долго, на 30 минут. Поэтому с вами был Платон, пока, Маржа.